Привет! Привет! Вы на канале Baby Born. И сегодня у нас Baby Born. Кукла такая вот Baby Born. Мы будем ее сегодня открывать, да? Да. Это будет новая подружка Насти или друг, да? Да. Мы будем доставать? Да. Ну давай. Так, давай я положу. Так, такая большая коробка у нас с этой стороны. Много нарисовано, что она умеет делать, ее все функции, да? Да. Настюшки даже не видно из-за коробки. Да. Здоровая какая. Вон она, такая кукла. Так, как мы... О, листочек, инструкция. Так, как мы назовем ее, Настя? А? Baby Born. Baby Born? А как мы ее будем звать? А? Твоя подружка же будет? Да. Или друг? А? Друг будет? Вот так мы открыли, вот так вот она выглядит. Без коробочки. У нас тут идет. Так, стороночку поставим. Будешь показывать, что у нас тут идет? Да. Это у нас что, доча? Пюре. Пюре? Да, Настя правильно говорит. Это у нас пюре кормить кашицей нашу малышку. Это у нас поить, да? Да. Это у нас ложечки с тарелочками идут. Две соски. Вот тут у нас вот такие вот две соски. Потом наш малыш, такой вот шапочки прикольные, да? Да. Тут у нас еще горшок такой, мы его сегодня испробуем, да, дети? Да. Посмотрим, как он там в него ходит. И у нас еще тут что-то лежит. Памперс. Памперс, и правда, памперс, ничего себе, Настюха. Ну-ка, тебе будет как раз, нет? Нет. Нет, маленький, наверное, будет, ты уже выросла. Ну что, давай доставать его. Вот такой карапуз. Да, прикольный, да? Такая у него шапочка беленькая. Да. И кофта. Кофточка вот такая вот беленькая у нас. И штанишки. Штанишки, да? Ты пониже чуть садись. На, держи. Так как мы его будем называть? Какое у него будет имя? А? Так. Как? Так. Вот у нас две соски. Одна соска должна быть простая, а другая должна быть соска, он должен глазки закрывать. Ну, давай попробуем. Держи. Ну, присядь чуть пониже. Вот так вот. Опа. Это обычная. Глазки открыты, да? А это должна... Глазки он должен закрыть. Опа, сразу глазки закрыл. Спит, да? Да. Садись, Настюш. Так, у нас тут есть еще горшок. Да. Он такой здоровый горшок, какой большой, а? Да. Да, большой. О, да. Девочка такая. Настюш тоже достала вот там. Да, да. Это у нас поильник такой, малыша нашего поить. Кашица. Так, тут у нас тут рыжечка и тарелочка с ложечкой. Такая интересная ложечка у нас. Что-то там уже клеит, что-то Настя уже хитрит. Да? Ага, хитрюга. Да. Ну что, может попробуем попоить его водичкой? Он у нас должен же еще вроде... О, пищит. Это, наверное, как плачет, наверное, да? И еще должен он плакать. У вас на руку нажимаешь, и он должен плакать еще. Ну что, давай нальем водички и посмотрим, что получится. Так, значит, мама нальет водички. Мы его попоем. Может его сразу на горшок, он сразу будет писать, интересно, или как? Давай штанишки снимем с него. Да? Так как мы его назовем, дочь? Бибивай. Степашкой? Да. Будет Степаном он. Вот так мы усадили на наш горшок. Нашего Степашку теперь. Настюшка убежала за бутылочкой. Попробуешь поить его? Да. Ну-ка, давай. Попробуй. Попои водичкой его. Получается? Ну-ка, давай я. Так. Как тут его поить? О. Можно? Получится? Что-то жесткая какая-то бутылочка. Нажимать неудобно, да? Ну-ка, там не бежит у него? Ну-ка, давай вот так чуть поднимем. Ой, там что-то капельки. Ну-ка, давай я попробую. На, видно вам будет, нет? А! Он писит! Писит? Он
капает у него водичка, писи, да? Да. Ну это надо много водички туда налить. Так. Вот так вот. И вот так держим, да, с тобой? А-а-а, там капает с другой стороны. Ну-ка, подожди. Да, еще. О! Брызгает, писит, да? Ну-ка, ну-ка, пописил, смотри, он, Настя, писит прям. Ух, он такой. Ну-ка, а получится у нас плакать? Он же водички тебе попил? Ой, смотри, Настя, он заплакал. Смотри, слезки потекли вон у него. Кофточку, да, намочили, надо будет переодеть его, да? Да. А давай попробуем памперс ему одеть. Да. Чтобы он не писился, оденем его памперс. Давай. И пойдем. Куда пойдем? Так, памперс неправильно одел? Нет. А нет, правильно. Я буду вот так. Буду. Поить будешь его? Да. Одеваем памперс. Ну-ка, Настюшка, давай, застегивай его. Получится у тебя? Да. Давай, теперь давай. Твой же малыш Степашка. Да. Так, давай. Этот сюда. Этот сюда. Что-то как у нас. Липучки намокли. Я просто прикрою. Прикроешь? Да, стали. У нас липучки что-то намокли, не держатся. Плохо. Да. Вот такой вот у нас памперс. Такой вот. О, а, он что-то еще плачет там. Водичка вытекает. Ну вот такой вот у нас Степашка. Садись, Настюшка. Садись рядом. Можно поить? Полить? Да. Поить? Ну, попои. Пои. В памперсе нам тебе не страшно. Ну-ка, напои Степашку. Получится? Давай. О, водичка там. Получается у нас, да? Так, напоили мы Степашку. А он тебе памперс писит. Не надо снимать. Давай он поплачет. Смотрите, как он будет плакать. Ой, а слезки потекли. Видно вам было, нет? Так, он все лицо мокрое. Слезка. Да? Да. Ну вот такой вот у нас Бэби Бон. Новая подружка. Вернее, друг. Да? Ну посмотри. Ох. Памперс полный. Написался. Ну капец. Ну все. Кофта у нас мокрая, памперс полный. Надо будет только потом его еще покормить. Да, у нас такая кашица будет. И мы его потом еще покормим. Давай. Она мокрая. Мокрая? Ты хочешь снять? Да. Ну снимай. Получится? Да, не получится. Ну давай снимай. Смотри, как я могу снимать Бэби Бона. Давай, давай. Снимай. Показывай. Вот. Вот так. Ох, что ты прям так сильно кофту сейчас снимаешь, подожди. Ох, у нас весь Бэби Бон мокрый. Шапочка у нас тут держится на чем-то еще. Да. Да, весь он мокрый. Блестит. Да. Вот такой карапуз, да? Карапуз. Степаша. И даже... Да? Вот такой у нас Степашка, да? Да, Степашка. Ну, всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал Бэби Шоу. Всем пока. Всем пока. Давайте будем говорить.